Да. Вот сегодня у нас 30 января. Василий согласился поработать. Ты сначала одно, Вань, достань, наклей, потом другое. Что-то два-то сразу достаешь. А что-то они перемешали. С двух сторон. И с этой стороны, и с этой. Вот уже 20 секунд, Вася, прошло, а ты еще ничего не наклеил. А что, с обоих сторон что-то они одинаково. Клей, клей. Сварили клейстер. Пониже, повыше. А? Без разницы. Господи, благослови мои начинания в труде. Пойдет? Ну а с той стороны-то не намазал. По периметру маш. С этой стороны-то что ты не намазал? Такая много. Но она там не приклеится, ветер дунет, оторвется. Все. Все. И, ну, пока в сумку лишь. Рукавицу. Вась, ну ты же новатор, не я. Не надо, Вася, это разглаживать. Быстрее второй достал. Очень-очень медленно, Вася. А они спутались. Как-то положено так. Вставай. О, дрессировка, школа охраняй. Евангелие от Луки 12:39. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Вот. А вот это дрессировка, это охраняет. Вот. Вот. Зачем ты мне даешь? Я тебе говорю, ты цвета достал. Зачем? Там в другом отделении маленькие лежат. А и... это другая школа? Вот. Вот, она в одном отделении. Вот, вот. Тут два отделения, вот видишь? Вот. Это назад положено? Ну, конечно. Эту назад. Вот. Теперь это доставай. Опять из кармана. Сколько времени ты, Вася, теряешь? Ну, я же это, не кенгуру. Я не кенгуру. Я не кенгуру, у меня тепла-то нет. Закрывай. Ты вот это вот, пока не тепло, можешь, ну ладно, ложи в карман. Ты из кармана так долго достаешь. Все, клеивай. Четыре минуты 20 секунд у тебя ушло на одно объявление. Это очень много, Вася. Производительность нуль. Пошли к следующему подъезду. Смотри, вот он стоит. Василий! Привет.
Чего он там становился? Вася, это не нужно это делать. Не нужно, так, а Вася. Так что отрывать будет? Они же не оторвут потом. Оторвут? Ты что, приклеил что ли? Нет. Ну, давай, давай, пошевели, Вася. Так, 5:42 времени. Это сейчас сколько он потратит времени. Жидкий, да, получился? Ну, давай клей, Вась. Подстава, да? Серега, ты готовил. Я тебя подучивал. В следующий раз. В малом количестве. Завтра в малом количестве надо воды размешивать. Да, да, да. Вась, завтра ты изготовишь. А ты 2 литра налил и Виноват. У меня опыта мало, да. Давай. Эти комочки хочешь выловить. Давай, давай. Да ты клей. Че ты его размусоливаешь-то? Наклеил и все, дальше пошел. Высоко не надо, вот на уровне глаз, вот сюда вот клей. Высоко не задирай. Все, бум, проляпал быстренько. Оп. Ну, другие объявления-то не надо заклеивать. Ты видел рядом, там пониже-то маленько мог. Ну, а другие объявления, столько места, тебе надо другое объявление заляпать зачем-то. Так если бы я видел его. А что у тебя? Ты же не слепой. Все, давай следующий. Ну, работа. Да, работал. За одно объявление, Вася, 1 рубль, такая зарплата. Сколько бы ты заработал? Не работа. А работа не пыльная, Вася. Так я на скорость-то не хочу. Ну, поэтому тебе по временную оплату труда-то тебе никто и никогда не предлагал. Ты разоришься сразу с тобой. Так. Иди к следующему подъезду. Не ровно. Все, да, тут ровности не надо. Иди ступай. Так, понять. Вот, приглашение. Приглашаем на занятия по изучению Библии, по толкованию святых отцов православной церкви по адресу. Горно-Алтайска, 21-355. Каждую среду, пятницу и воскресенье. С 18 до 19:30 на этих занятиях можно присутствовать и в интернете. Скайп. Пупков Сергей 1. Здесь же ведется подготовка к истинному крещению в озере с полным троекратным погружением в воду.
Вот телефоны. Вот фотография. Вот это я, Купков Сергей. Вот это отец Аким, меня крестит. 2005 год, поселок Потеряевка. Ходил я на занятия к Игнатию Тихоновичу Лапкину. Это вот его родной брат, отец Аким Лапкин. Вот сестры тут со мной еще крестились.